Есть на Руси у древних старцев пророчество святое о детях наших, от рождения чистых и безгрешных. Познают грех они, познав же, ужаснутся, и в покаянии очистившись, к святым отцам вернутся, и за собою поведут слепых сердцами незрячих, и будут спотыкаться, падать, подниматься. За что я так люблю Россию? За простоту ее и сложность. Все говорят, вокруг нельзя, но я-то знаю, можно. За русский дух, что не убит, а только спит в берлоге. За горечь радостных обид, что всюду на подмоге. Я душу русскую люблю, исполнит, да в омут. Рубить так сразу на корню, все это мне знакомо. Смеяться, плакать, все в одно, с душой отдаться чувствовать. Люблю природу и людей, и русское искусство. Ковер лесов, полей и рек нет краше на всем свете. А за что я так люблю Россию? Словами не ответить. И вот следующая песня, казачья, народная. В чуть-чуть моей интерпретации. Я же народ тоже. Взаимодействуем и благоденствуем, и расцветаем. Вот. И
тогда с животными также мы взаимодействуем, тоже замечательно все цветет, благоухает. Вот. Песня, а может быть, можно сказать, с пожеланием пиковых переживаний культурных, нравственных, за своих и предков, и за наш общечеловеческий род на земле. И, в общем, с пожеланиями расцвета. Песня «Так Бог велит». Так Бог велит, что Дух творит, украсит жизнь, содеяна мечтой. Мы верим, а без веры нам не жить. На Руси, что мы зовем, разорвать их, а сердце все простить и полюбить, а сердце все простить и полюбить, полюбить, полюбить. Относитесь к ее большим достижениям в плане поддержки солнечно-бардовского творчества. Она уже несколько недель старается приезжать почти на каждые выходные или в концерте поучаствовать, или со мной. Вот я часто бываю, в последнее время редко, но вообще по жизни довольно-таки часто в электричках в Подмосковье. Ну, иногда там песни даже такого содержания поют. И, кстати, ну, в общем, хорошо воспринимается, несмотря на то, что контингент меняется с каждым годом. Но тем не менее, я просто понял, что пока человек живет, в нем есть свет, это, ну, азы, да, духовного знания. А соответственно, если ты реально по-доброму, то даже, например, в электричке, в которой, казалось бы, контингент должен быть низковибрационный и все такое, воспринимают абсолютно хорошо. Вот песня «Полетели домой» посвящается каждому, кто верит в любовь, в силу мечты, в то, что у него на этой земле, эта земля вся его дом, и что он обязательно найдет то место, где конкретно все воплотится и вся его мечта.